заместитель генерального директора международной технологической компании «Синлянь». Мы резиденты китайско-белорусского индустриального парка. Мы молодая компания, но с амбициозными планами. Мы хотим выйти на белорусский рынок и рынок Европейского Союза с нашей интеллектуальной продукцией, умных замков, начинки для умного дома, смарт-хоум. Перспектива, я думаю, ближайшего года, потому что мы все хотим делать по правилам. Нам надо получить сертификаты в соответствии. Ценовой диапазон нашей продукции от 200 до 400 условных единиц. Конечно, электронная начинка в первое время. Планируется, что будет с Китайской Народной Республики, с последующей локализацией до 100% изготовления полностью нашего товара в Республике Беларусь. Простыми словами, это дверная ручка, но умная, которая может отпечатком пальцев открываться, с помощью мобильного телефона, специального приложения, с персонального компьютера. К ней можно добавить множество функций внутри дома, вплоть до подключения стиральной машины к определенному времени, приготовление кофе с утра, будильник, умная роль штора, которая будет открываться с вашим пробуждением. Пожарный извещатель. В Японии, например, пользуются спросом именно такие замки, но с функцией извещения о землетрясении, когда двери не блокируются, а открываются при срабатывании сигнализации. Договоренности есть в плане покупателей. Очень много заказов, но процедура легального захождения на рынок, она достаточно трудоемкая, требует и времени, и вложений, поэтому мы хотим сделать все правильно, все законно. Мы зарегистрированы в Китайско-Белорусском индустриальном парке. Мы получили множество льгот. Мы проходим необходимые процедуры сейчас проектирования производства. Будет ввезено и отлажено оборудование с Китайской Народной Республики, наняты специалисты, будет начато выпуск продукции, из которой получат соответствующие сертификаты. В первую очередь, конечно, Европа, потому что в Китае это есть. В России, возможно, что-то похожее есть, но российский рынок для нас открыт.